Делаем салат. Салат этот делается с говядиной, либо со свининой, либо с курицей. Я вообще хотела сделать с говядиной, но говядину не нашла в нашей деревне Москва. Поэтому купила свинину, нарезала ее непонятно, то ли соломкой, то ли кубиком. Подготовила уже соус, на глаз тоже делала. Где-то 100 грамм сметаны, 100 грамм майонеза, 0,5 чайной ложки горчицы, 0,5 чайной ложки лимонного сока выдавила. Ну, тоже это я вот примерно вам говорю, я все это делала на глаз, прям не мерила ложечками. И 2 зубчика таких хороших чесночка и 1 прям поменьше. Немного посолила и перца черного добавила. Все, сейчас я соус перемешиваю хорошо и немного добавляю соуса в мясо и все это смешиваю. Выложила листья салата, поставила кольцо, хочу в кольце сделать, как обычно, чтобы красиво было. Выкладываю это мясо. Всем привет! Я уже вся в делах, вся в работе. Продолжение моего отмечания дня рождения. Поэтому у меня уже здесь все полным ходом. Запекла уже курицу на салат. Салат будет, ну, типа гнездо глухаря. Но их тоже рецептов очень много. Этот салат я как-то осенью, по-моему, в том году, что ли, либо зимой делала в деревне. И мне очень понравилось. То есть картошка пай, она придает вот этот вот вкус. Состав салата, он бывает разный, но мне понравился именно этот. Там свежий помидор, свежий огурец, сыр. В прошлый раз я мясо просто отваривала, грудку, а в этот раз решила запечь. Майонезик, специи и все, по-моему. И замариновала на ночь вчера и сейчас запекла в духовке. Пока она остывает, я займусь картошкой. Моя любимая. Уже сколько ей? Ну, я говорю, 25 лет, наверное, этой терке. Она у меня уже немножко тут треснутая. Но я ее очень люблю, корейскую терку. Поэтому на корейской терке тру морковь, промываю ее быстренько и начинаю жарить. Я, как всегда, вроде бы времени много. Чай у меня тут, видите, на ходу пью. В салат выжимала лимон, бросила сюда себе остатки. Вроде бы времени много, а все равно вечно не успеваю. Поэтому я сейчас быстренько хотя бы вот картошку хочу сделать, пожарить, замариновать на рулетике грудку и пойти сервировать стол. Там у меня еще постель не убрана. То есть, ну, надо вот так вот все оперативно. Выбирала я, наверное, шумно будет, но буду стараться громко говорить, чтобы с вами немножко поболтать. Выбирала я меню более такое, чтобы не замороченное, хотя все равно, видите, времени уходит много. Поэтому такое все простенькое будет, ну, надеюсь, что будет вкусно. Думаю, что девчонки голодные не останутся. На горячее хочу сделать картофель по-деревенски. У меня Даша с Олегом как-то делали раньше, я ни разу не делала, поэтому тоже не знаю, что получится, но когда-то пробовать надо. Так, ничего страшного, мне немножко здесь будет сыпаться, потом уберу. Поэтому, может быть, кому-то какие-то рецепты пригодятся. Девчонки, писать рецепты под видео я не буду, у меня не кулинарный канал. Если вдруг кого-то что-то заинтересует, буду ссылки кидать, потому что я это нахожу, я уже вам говорила, на других каналах с рецептами. То есть я сама не придумываю, просто единственное, что-то могу на глаз делать, то есть не придерживаться
рецепта пропорций. Что-то могу там изменить немного. Поэтому пишите, я просто ссылки, если YouTube не будет, потому что YouTube иногда блокирует ссылки, не будет блокировать, то я буду кидать вам ссылки. Потому что на это тоже очень много времени уходит, и не хочется с этим возиться. Поэтому как-то так. Все, картофель подсушила немножко. У меня тут бардачок вообще. Масло раскалила. Сейчас буду стараться жарить, чтобы не... Буду стараться, чтобы не брызгало. Надо небольшими порциями насыпать, чтобы она рассыпчатая была. Сейчас покажу вам. Как мы вчера погуляли, посидели, вернее, так хорошо, душевно с детьми. Поболтали, покушали вкусненько. Ой, вкусняшечка будет. Не знаю, тоже на глаз делаю картошку. Думаю, что достаточно ее будет. Сделала такой маринад, соус. 2 столовые ложки масла растительного, 2 столовые ложки соевого соуса, 2 столовые ложки соуса терияки, немного посолила, немного паприки и немного перчика черного добавила. Курицу. Ай-яй-яй! Все рушится тут у Натусе. Так, все, смазываю соусом. Эти рулетики я хочу сделать, я как-то на Новый год, видели, наверное, рецепты, делала с фисташкой, очень вкусная, и с, господи, так быстро хочется сказать, со шпинатом. Потом я делала еще с луком, с морковкой, с грибами, но сегодня уже не стала заморачиваться, поэтому хочу, да и вроде хочется что-то новенькое попробовать. Хочу сделать просто с сыром, вовнутрь сыр. А сверху бекончиком также обернуть и запечь. Думаю, что будет не менее вкусно. Все, я картошку тоже начистила, картошку по-деревенски. Ее предварительно надо будет отварить. А я ее, кстати, сейчас, наверное, скоро уже отварю. Тоже замариную. У меня еще грибы надо замариновать. Нет, я, наверное, все-таки, да, сейчас пойду там порядок наведу. Здесь у меня уже полуфабрикат, практически все готовы. Грибы там их 2 минуты мариновать. Все, пускай стоит. Картошки, конечно, мне кажется, можно было бы еще штучку, но тоже уже не хочется тратить время. Это сейчас надо опять чистить, тереть. Я уже все убрала, поэтому, я думаю, достаточно. Я этот салат тоже, наверное, немного буду делать. Ну, получилось все равно прилично. Видите, какая красота. Приступаю к сервировке стола. Собрала диван, прям эхо тут такое у нас. Ковров нет, ничего нет. Хотела Олега попросить тренажер убрать, ну, забыла. А он уже сегодня не попадет домой, поэтому ладно. Я думаю, что не будет он нам мешать, а то, глядишь, еще девчушки позанимаются. Все, я уже вся мокрая, как обычно. Сервирую и продолжаю дальше.
Все, пока так. Столик, конечно, очень маленький. Не знаю, куда я салаты. Ну, в принципе, три салата и бутерброды. Такие фуршетные будут. Ну, типа фуршетных. Ну, ладно. Бокалы пока оставлю эти. Кто будет ром, шампанское. Если что, там тогда достанем уже фужеры. Кому подо что. Пока пускай будет так. Обжариваю хлеб на бутерброды. Бутерброды хочу сделать немного со шпротами. Селедку с этим, лучок, наверное, свекла и кусочек селедочки такие маленькие сделаю. И вот этот вот на салат будет с морепродуктами. Листья салата, помидорки черри и сейчас натру чесночком вот эти вот греночки. Так, и начинаю делать рулетики с беконом. Не помещаюсь на кухне здесь у себя уже. Так. С беконом и с сыром. В доме хорошо, в доме места много. На кухне. А здесь и этот столик маленький. И здесь мне тесно уже после тех масштабов. Так, так, так. Ой. Сейчас руки испачку. Нет, дожарю сейчас уже хлебушек. Ничего страшного. А то грязными руками неудобно будет. Вот так накрутила, не стала я их туго, но они как-то у меня туго не скручиваются. Ну, я думаю, что на вкусовое качество не повлияет. И делаю шашлычок, тоже куриный шашлычок, одно из наших любимых блюд. Ну, я думаю, что, наверное, многие его знают. Соевый соус, кетчуп и грудка куриная. Можно либо с ананасом, либо с помидорами черри. Но я сделаю с ананасом сегодня только. Соус и кетчуп 50 на 50 пропорция. Я также делаю на глаз. Картофель отварила после закипания. Минуты 4 проварила, и сейчас добавляю сюда специи. И оставляю, пускай маринуется, а уже потом, ближе к приходу девчонок, поставлю в духовку. И здесь начала делать вот этот салат, который типа гнездо глухаря или гнездо глухаря, не знаю. Попробовала мясо, очень вкусное получилось. Сейчас здесь майонез кладу, потом помидорчик, сердцевину вот я убрала, чтобы он не потек сильно. Потом сыр натертый, здесь вот у меня остался, огурец с соломкой, все соломкой вот это вот буду тереть. Ну и слои майонезом немножко промазывать с чесночком. И все, и сверху потом уже перед подачей насыплю вот этой вот картошки пай. Посолила, добавила паприки, сушеного чеснока, все по чайной ложке, ну чуть даже меньше. Немного специй, перец. И 4 столовые ложки растительного масла. Все, пускай стоит, потом уже поставлю в духовку. Thank you.
У девочек сейчас придет еще мне помочь пораньше немножко, поэтому немного оборот избавила. Целый день не ела ничего. Все свои, что успеем, то и сделаем. Замариновала грибы, майонез, сметана, паприка, сушеный чеснок и немного посолила. Все, потом тоже в духовочку. Остался здесь хлеб, это Юля придет, я попрошу ее тогда бутерброды сделать. Здесь у меня полуфабрикаты стоят, ждут своего часа. А, сейчас, ну ладно, это тоже Юлька может сделать. И сейчас покажу вам, сделала салат. Не знаю, может быть, и рано полила соусом, и греночки положила рано, ничего страшного. Ассорти салат, микс салата я купила. Там рукола, видите, ну, всевозможные продаются уже готовые. Мидии. У меня банка мидии была в масле и банка морепродуктов ассорти. Я и те. Немного выложила черри, немножко красного лука. Полила соусом. Соус был масло с мидии немного, где-то столов... ложки 2, наверное, столовых. Уже спешу, все. Ложки 2 столовых. Соль и лимонного сока с лимона выжила немножко. И все, немножко вот так вот слегка пролила и выложила греночки. Вот так и будем сидеть с одним салатиком. Надо ложечку принести. Так, ко мне пришла помощь. Мы решили начать уже, потому что что-то на Тусе устало. О, красота. Все, мы уже на ускоренном все делаем. Ничего, я уже не успеваю. Ой, запотела. Грибочки сейчас достаю. Эту тарелку делаем рулеты. Мясную нарезку. Давай, Юлек, бросай. Подождите, Наталья. Отпотейте, отпотейте, зрители, отпотейте. Надо, чтобы было все как... Ой, она мне всю посуду разложила, положено. Порядок навела. И не так, может, конечно, как ты делаешь. Да пускай, ну, главное это, я потом разберусь. Потом разберешься. Да. Шпроты закрываем. Потому что я уже все, давай. Убираем в холодильник. Гляньте, гляньте. Так. Я сейчас полчаса... Ну, покажи наше блюдо. Я ж показала, да, уже. Показала. Полчаса первое. Посижу и пойду спать, а гости будут тусить. Ну, пока просто или... Не, ну, в принципе, за тебя. Ну, да. Я хочу, чтобы ты оставалась всегда таким же добрым, хорошим человечком. И спасибо, что ты вот у меня появилась. Спасибо, есть. Спасибо. Вчера на работе Маша тоже поздравила, так прям трогательно. Посмотрите, посмотрите, какую красоту Юль Санна навела. Я уже не хотела делать, говорю, не будем успевать. Стол очень маленький, поэтому ставлю уже сюда. Потом как-то будем разбираться, чтобы не наставлять. Ну, сюда сейчас что-то маленькое, может быть, и поставим. Посмотрим. Доделала я гнездо глухаря тоже. Здесь сняла кольцо. Надеюсь, что будет все вкусно. Помощница моя, чудо, говорю, я уже ее хвалю, чем? Хвалю. Грибочки наши, я пока их туда не понесу, там холодно. Закрик. Может, вот да, можно это хвалю. И посмотрите, шашлычки я пересушила, скорее всего, сухие. Ну ладно, девчонки, надеюсь, съедят. Все, последние штрихи, поставили картошку в духовку, первую партию. Сейчас освободится здесь у нас. Противень надо убрать оттуда, а то там жарится все. Так, вот так. Видите? Я говорю, Юля, вот это ты мне, говорю, поможешь. Она все перемыла, все. Все у нее с установочкой. Что, давай еще шампусик, а то сейчас уже налетят девчушки. И пока девчушки твои выйдут, пока покурят, пока все обговорят, мы еще 10 раз напьемся с тобой. У нас еще бутылка эта закончится, да? Аж. Мне лицо уже красное. Еще одну. Ну, завтра там сама будешь разбираться. Хрен с ним пускай. Буду в этом. Разбираться. Да. За вас. Да. За тебя. Спасибо. Помогла. В этом мне. Ящичке.